Вот я довязала ряд до конца, и сейчас мы приступаем к вязанию последнего ряда. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика с одним накидом, подводим крючок под петлю, протянули рабочую нить под петлей, провязали одну петлю, провязали вторую петлю, сделали наш невидимый столбик подъема. Делаем 2 воздушные петли. Провязываем верхушку столбика. Вон столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Снова провязываем верхушку столбика, столбик с одним накидом. Снова 2 петли, воздушные петли. И продолжаем наше вязание. У нас должно получиться 9 столбиков с одним накидом через 2 воздушные петли. Смотрим. 3, 6, 9. Провязали. Теперь, если раньше мы провязывали здесь, сейчас мы делаем накид. Мы, вернее, прикрепляемся в нашу арочку. Мы прикрепились. Делаем накид и продолжаем наше вязание. 9 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. То есть раньше мы вязали столбик, воздушная петля, сейчас столбик, 2 воздушные петли. Провязываем последнюю 9-ю столбик в верхушку нашего столбика предыдущего ряда и прикрепляемся. Вот такой, такая вот обвязка будет. Вот мы подошли к нашему веерочку, который не меняется у нас. И здесь мы можем сделать 2 способами. Можем сделать вот так. Провязать 2 воздушные петли. Пропускаем 1 столбик, во второй столбик, в верхушку 2 столбика мы провязываем. Снова 2 воздушные петли. Пропускаем арочку. И в столбик провязываем. Снова 2 воздушные петли. Пропускаем столбик. И подошли к нашему элементу из 9 столбиков. С одним накидом через 2 воздушные петли. Но я провязывать полностью не буду. Покажу вам. То есть у нас вот как это мне так показать вам. Получится вот такой один большой элемент. Вот, если кому-то нравится такой, можно провязать будет здесь так. Можно сделать немножко по-другому. Вот последний наш столбик.
видите, распустился. Сейчас я его провяжу. И сюда прикрепляемся. И дальше продолжаем, пропускаем вот эти наши два столбика. И дальше продолжаем вязать столбиками с одним накидом через 2 воздушные петли. То есть столбик, столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли. Здесь у нас, смотрите, получится, что наше вязание, как и вот здесь, вот одно, вот видите, идет, прикрепилась. Снова волна идет, прикрепилась. И здесь то же самое. У нас будет идти волнами. То есть вот идет волна, прикрепилась и снова волна. Ну, это вам, кому что больше понравится. Кто-то захочет, может, прямой сделать здесь просто большой такой элемент. Кто-то захочет 2 вот таких вот маленьких, чтобы он не очень отличался. Это зависит от того, что вы, как вы решите вязать. Вот такой вот ярко-оранжевый плед, вот с такой фиолетовой, здесь она получается синяя обвязкой, у меня получилось. Дальше вы можете украшать по своему усмотрению, можете добавить вот такую нитку сюда для контраста, можете сделать, обвязать рачьим шагом или узором, имитирующий рачий шаг, который у меня есть в уроках по вязанию. Все, всем удачи, до свидания.